Ці спостерігали засоби масової інформації, як Путін нещодавно відвідав військовий полігон у Рязанській області Росії. Користувачі соцмереж звернули увагу на його досить дивну поведінку. Мовляв, із огидою обіймав солдата, і він обтрушував руки після того, як доторкався до хлопців своїх військових. Але давайте поки загалом спочатку запитаю вас таке. Загалом, з початку повномасштабного вторгнення, чи спостерігали ви за поведінкою Путіна? І на вашу думку, як змінився російський диктатор за ось ці 8 місяців? Я наблюдала за ним ще з моменту Мінської конференції. Я завжди коментувала, в тому числі, коли він ручку зламав, коли він був неуверений. І це, извините мене, чоловік, який підготовлений абсолютно серйозними моментами і все остальное. Понимаете, этот человек, который живет в своей голове на два фронта. Я уже не раз говорила о том, что это шизофренические реакции, потому что когда человек видит с одной стороны одно, с другой стороны другое, он все время в это прыгает. А так как он харизматичный, важный, очень сильно, как сказать, маркетингово сделан в своей стране, его все слушают. В этом есть момент. Но в чем изменения? Изменений много. Изменений много в том, что человек никогда не простит себе свои ошибки. Нам нужно об этом думать, потому что мы стали заложниками его сложной такой вот фантасмагории мозговой, которая, конечно же, может привести к чему-то не очень хорошему, и нам нужно готовиться. Я никого не пугаю. Все будет хорошо, молитесь. Но, тем не менее, это человек, который... Что такое шизофреник? Шизофреник — это тот, который живет в двух мирах. А плюс ему еще поставляют разные удобные для тех, кто поставляет, моменты, что происходит. Он и так себе придумал всю эту историю, что он царь и бог всего земного шара. А еще ему рассказывают все. Но эти все люди, которые вокруг него, они уже давно подготовили себе такие, знаете, не знаю, как они выживут на этом, бог видит все, но подготовили эмоциональные подушки, на которых, если вдруг что-то случится с Путиным, кто-то его наконец-то убьет, они все разбегутся, у них очень много вкладов, ну, понятно, в разных странах, не будем их называть и все остальное. То есть Путин на сегодня, он переиграл сам себя. Он является человеком, который изначально, а я анализировала, я когда-то с одним из каналов делала полный анализ того, насколько Путин в детстве формировался, как его формирование влияло на то, что на сегодня мы видим его личность, если можно так сказать, индивидом его не назвать, но личность перекорёженная. Вот. И тут момент того, что над ним все время издевались. Теперь он издевается, он мстит. Ему нельзя верить ни за что и никогда, потому что ему необходимо, а подростковый комплекс, который работает очень сильно на нашу психику, когда мы дальше развиваемся, выбираем профессию, ведем себя, как мы хотели бы, как мы думаем, что это правильно. Это все его. Он просто разрушает все, потому что когда-то давно в детстве разрушили его. Это так и есть. Это абсолютно сложная проблема. Я не знаю, ну, понимаете, вот диктатор,
Татары, они всегда присутствовали, они как лакмусовая бумага, которая, что, не мне судить, и в том числе я не политолог, но тем не менее это та ситуация, когда люди являются заложниками этого процесса, и получается, что Путин, ну, великая страна была. Он просто... Ну, теперь питання, чи була вона великою вже насправді? Да, ну это да, это вы правы абсолютно, но тем не менее так позиционировалось, да? Жаль людей, которые там находятся, потому что одни либо под каким-то гнетом серьезным, либо те, кто... Знаете, я вам могу сказать, меня очень обескуражила ситуация, когда моя знакомая одна позвонила и говорит, ну вот моя тетя пишет, да? Ну, можно писать там, можно не соглашаться, можно какое-то мнение, пропаганда там, все остальное, да? Но вот когда говорят, так вам и надо, ну, это следующее слово я произносить. Зрозуміло, так. Це все пропаганда, яку люди кожен день чують. Тому, на жаль, зараз поки новини інші читати вони чомусь досі не хочуть.